Лекция номер 15. Комплексные показатели оценки эффективности технической эксплуатации транспортной техники. Автомобиль является сложным восстанавливаемым изделием и субъектом транспортного процесса, который может в определенные моменты времени находиться в одном из состояний, работать на линии, проходить то или ремонт, ожидать клиентуру и так далее. Вероятность перехода автомобиля из одного состояния в другое определяется по закономерности марковского процесса с непрерывным временем. При достаточно больших промежутках времени работы автомобиля или группы автомобилей, эти вероятности, называемые в этом случае финальными, становятся достаточно стабильными или близкими к стабильным и характеризуют среднее время нахождения автомобиля в определенном состоянии. А суммарная продолжительность этих состояний составляет цикл. Формулы для определения вероятности различных состояний автомобиля. По таблице есть несколько категорий. Это первое. Исправен, работает в эксплуатации. Исправен, простаивает в ожидании работы. Неисправен, ремонт, ТО, ожидание ремонта. Все состояние, полный цикл. Стационарные показатели характеризуют: первое, уровень работоспособности автомобиля или парка; второе, взаимоотношения между инженерно-технической и перевозочной службами; третье, эффективность работы инженерно-технической службы. Основные показатели стационарного состояния автомобиля парка — это коэффициент выпуска, определяющий долю календарного времени, в течение которого автомобиль или парк фактически осуществляет транспортную работу на линии. Это альфа-Б. Так, где ДЕ – это число дней эксплуатации автомобиля. ДР – число дней простоя автомобиля в ремонте. И ТО. ТН – число дней простоя в исправном состоянии по организационным причинам. ДИ – ДЦ – число дней в цикле. Коэффициент технической готовности, определяющий долю рабочего времени, в течение которого автомобиль парк исправен и может быть использован в транспортном процессе. Это показывает альфа-Т. Коэффициент нерабочих дней, определяющий долю календарного времени, в течение которого исправный автомобиль, группа автомобилей, не используется в транспортном процессе по организационным причинам: выходные, отсутствие работы персонала, забастовки, погодно-климатические условия. Коэффициент технической готовности является одним из показателей, характеризующих работоспособность автомобиля и парков. Здесь соотношение альфа-Б на альфа-Т равно 1 минус альфа n, откуда альфа b это равно альфа p умноженное 1 минус альфа n. Таким образом, коэффициент выпуска непосредственно зависит от коэффициента технической готовности и коэффициента нерабочих дней, а соотношение этих трех коэффициентов определяет вклад каждой из подсистем автомобильного транспорта, транспортный процесс и производительность автомобиля и парка.